друзья, покидаем аэропорт, прибыли в Мадрид. Вот это у нас началась столичная жизнь. Не такая размеренная, спокойная, как на Канарских островах. Вот это огромный здесь аэропорт. И сейчас будем отправляться в центр города. Там автобусе, а? Ну, это мало очень сидящих мест. Какой автобус? Сами город. Сейчас узнаем, сколько стоит билет у нас. Он написан. Написан? 5 евро. Это что, 5 евро? На одного? Это получается такой, типа, с подмадридье, да? Да, аэропортовский автобус. А, аэропортовский чисто автобус. Так что, друзья, буду выключаться. В общем, 5 евро стоит автобус доехать до центра Мадрида. Там уже дальше будем разбираться. Пока все. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.